Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите меня. Меня зовут Роман. Сегодня хочу, значит, поговорить и продегустировать табачок Самсон Original Blend. Значит, что я могу о нем рассказать? Он стоит недорого, в duty free 3,5 евро. Значит, выпускается компания Bridge American Tobacco Group. 50 грамм за 3,5 евро, плюс бумажка, недорого. А вот, кстати, что насчет бумаги, я с вами хотел поговорить. Вот есть такая бумажка рисовая. Прозрачная. Я лично употребляю в курении ее. Ну, ладно, раз сегодня закрутим с вами, раз Samsung, значит Samsung. Будем этой бумагой сегодня крутить. Вот я купил фильтры. Значит, фильтры плюс внутри бумага. Тоже приятно, конечно. Хорошо. Приступим. Я лично предпочитаю вот такие вот Slim фильтры. Они, ну, самые такие нейтральные, самые нормальные, я считаю, потому что ни много, ни мало. Вот большие фильтры, как бы там много лишнего выходит. А вот изнутри он так выглядит. Такой полупрессованный, умеренной влажности. Что перед тем, как закрутить свою самокруточку, немного нужно смягчить. Кстати, это вот эта вот фигнюшка, которая закрывается, она очень короткая и менее удобно, да, табак готовить перед тем, как закрутить. Ну, ложим мы на глаз. Нужно немножко размять вот так пальчиками. Затем вставляем фильтр. И ловкими движениями рук крутим свою самокруточку. Что я еще хочу сказать? Я вообще-то был заядлый курильщик. Курил с 15 лет, но конкретно начал курить с 18 лет. Мне сейчас 33 года. И вот 4 месяца, как перешел на табак. Кстати, почувствовал большую разницу, что между табаком и сигаретой. Но я даже бывало такое, что по 2 и по 3 пачки выкуривал в день сигарет. Сейчас мы пробуем. И когда перешел на табак, первые 2-3 недели я откашливался и отхаркивался. Но со временем как бы привык и чувствую себя даже немного лучше. Но ни в коем случае я вам не рекомендую курить, если вы не курите. Так что, ну, лучше, чем сигарет, конечно, вот это хоть чисто. Хоть там посмотришь какие-то палочки, да, если что-нибудь, мусор какой-нибудь. Ты отберешь это, выбросишь и не покуришь. Что могу сказать о табаке? Умеренная такая крепость, он не крепкий. Так как бы medium здесь не написано. Крепость вообще бывают на сигаретах, когда пишут крепость. Ну,
Нормальный такой табак. А, вот написано, кстати. Сколько здесь фокус не наводится. Короче. Негатив 0,607. Значит, смола 10. Это все на 0,75. Ну, где-то приблизительно 0,75. Там полграмма или 0,75 грамм заходит в одну сигарету. Это в районе 80-100 штук. Мне вот такая упаковочка где-то, ну, дней 5, может, 5,5. Даже иногда бывало, на шестой день у меня оставались эти сигареты. Нормально. Лучше и экономнее, чем сигареты, конечно. Табачок нормальный. Что я его могу по 10-бальной системе, но дать твердую восьмерочку. Что мне не понравилось, это вот эта вот короткая фигня. Она должна быть подлиннее, чтобы удобно было размять табак и чтобы он не просыпался там на стол или на пол, или где вы там закручиваете пищу. Ну, вот и все, дорогие друзья. Смотрите меня, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Увидимся еще. Всего хорошего.